Неделя российского ритейла. Мы разговариваем с гостями мероприятия. Юлия, расскажите про вашу компанию и какие цели у вас сегодня от присутствия здесь. Добрый день, меня зовут Юлия, я представляю мебельное бюро «Надеждин». Основная цель моего визита на данное мероприятие – это изучение трендов в digital signage и мерчендайзинге. Так как мы являемся производителями мебели, хочется быть лучшими в этом направлении, учитывая все новинки. Мы должны думать, как сохранить ваш товар, мы должны думать, как преувеличить ваши продажи. Это наша главная цель. Мы должны быть полезны каждому бизнесу в Москве. А розница – это один из основных бизнесов, в которых мы участвуем. Расскажите про целевую аудиторию на форуме. Есть ли целевая аудитория в вашей компании здесь? Да, очень много маркетологов, их мнение в первую очередь учитывается, потому что они думают о продажах. Соответственно, обратная связь, которую я получила, для меня очень ценна, я это буду учитывать в работе и надеюсь, что мы сможем сделать совместный продукт. Я бы хотела использовать максимум по мерчендайзингу и учесть это в эргономике мебели, именно продающей мебели для розницы. Расскажите про ваши впечатления о деловой программе. Кого вы послушали, что больше понравилось? Мне понравилось сейчас ребрендинг Эльдорадо увидела, соответственно. В том же ключе остались позиционирования тоже, но в целом изменились в лучшую сторону. Я думаю, что будет все хорошо. Надеюсь, что Леруа Мерлен скоро выступит и ответит должным образом Петровичу. Спасибо большое, не переключайтесь и оставайтесь с нами.